происшествиям. В Якутске в очередной раз ликвидировали пожар на Кулаковского 10/2. Причина возгорания неизвестна. Соседи полагают, что виновники пожара бездомные, которые иногда там появляются. Тем временем владельцы квартир, расположенных на Ярославского 32, уверены, что пока деревянный дом не снесли, их жилплощади находятся в опасности, поскольку расстояние между зданиями около 3 метров. Такое опасное соседство может спровоцировать пожар, считают они. Часть жителей этого дома до сих пор не успели сменить оконные рамы, пострадавшие от пожара, который произошел 1 февраля этого года. Напомним, в тот день брандмайстеры потушили пожар, вспыхнувший в 16-квартирном доме на Кулаковского 10/2. Жильцы этого дома до сих пор не расселены. Боимся за свой дом, за сохранность, за себя вообще. Ночью боимся спать. Мы только вчера только закончили весь этот ремонт, а соседи мои с верхнего этажа, они еще не ремонтировали, не приступали.